В 10 серии Ксения и Татьяна решают все же отмечать Новый год вместе в ресторане. В ресторан к ним приходит Жанна, она рассказывает всем, что встречается с Глебом. Глеб сообщает ей о своем решении стать генеральным директором. Виктор празднует Новый год с Мироновым и Анжелой. К нему приходит курьер. Виктор отдает ему какую-то посылку, однако Анжеля врет, что это ошиблись этажом. Алиса узнает, что Миронов запер Ваню в КПЗ. Она пытается устроить ему побег. В итоге ее саму задерживают. В 11 серии Виктор готовит Полине с Катей сюрприз – поездку на Гоа. Алису все еще держат в КПЗ. Ваня устраивает ей побег и прячет от полиции у себя. У Петра Ваевича роман с Ольгой Кокоревой. Глеб знакомится с профессором, который помогает ему с бизнес-планом. Жанна портит бизнес-план Глеба. Света временно живет у Полины. Катя и Света напрашиваются к Полине на фабрику. Полина просит у Глеба деньги на производство новых конфет. Но чрезвычайное происшествие с девочками, которые чуть не упали в чан с шоколадом, заставляет ее убежать, забыв деньги. В 12 серии Катя и Света убегают с фабрики. Полина рада возвращению детей. Рабочий обнаруживает утром сломанный станок. Виктор сообщает, что его не починить, нужно покупать новый. Глеб уверен, что Полина забрала деньги, но Полина это отрицает. На собрании директоров Глеба избирают генеральным директором. Он вынужден признаться, что деньги на новое оборудование отдал Полине, но она их потеряла, чтобы спасти свою шкуру. Глеб увольняет Полину. В 13 серии Виктор и Полина провели ночь вместе. Виктор дарит ей путевки на Гоа, но она просит его сдать их. Петр сообщает Ксении, что начинает процедуру развода. Ксения решает сделать пластическую операцию, чтобы вернуть мужа. Полина находит работу в кафе у дяди Вани. Жанна и Егор догадываются, что Глебу кто-то помог с бизнес-планом. Они выходят на профессора и назначают ему встречу, но по пути на встречу профессора сбивает машина. Катя и Света считают, что Полину уволили из-за сломанного станка. В 14 серии прошло 3 месяца. Ваня мирится с Алисой. Петр злится, что Ксения затягивает процесс развода. Генрих сообщает Жанне, что больше не нуждается в ней. Он не хочет иметь дел с этой фабрикой. Света говорит Кате, что уезжает. Ксения записывается на пластическую операцию. Но Глеб ворует у Ксении деньги, чтобы отдать долг Соболевскому, директору банка, с которым сотрудничает фабрика. Полина предлагает дяде Ване ребрендинг. Дядя Ваня приводит Полине помощницу, свою племянницу Дусю. Глеб нанимает нового главного технолога, Анастасию Маслову. В 15 серии благодаря ребрендингу дела в кафе дяди Вани идут прекрасно. Дядя Ваня выплачивает Полине премию. Полина решает отдать ее Глебу все долго. В классе у Кати появляется новый мальчик Максим Капустин, сын Насти Мысловой. Катя тут же находит с ним общий язык. Настя же не находит общего языка с подчиненными, зато у нее с Егором служебный роман. Виктор покупает для Полины кольцо. Татьяна собирает всех на семейный ужин. Виктор делает Полине официальное предложение при родителях. В 16 серии Жанна узнает, что Полина работает в кафе у дяди Вани. Виктор ревнует Настю к Егору. Полина принесла Глебу часть долга. Глеб начинает подозревать, что Катя – его дочь. Жанна жалуется Глебу на Настю, просит найти другого технолога, но Глеб против. Жанна говорит Глебу, где теперь работает Полина. На фабрику приезжает Романов Кирилл Юрьевич, банкир из Москвы. Он сообщает Жанне о том, что Петр Ваевич взял в его банке большой кредит и уже несколько месяцев не выплачивает его. Полина признается Дусе, что не очень рада предложению Виктора, но считает его хорошим отцом для Кати.